Всем большой привет, дорогие друзья! С вами Раиль Арсланов, и вы сейчас находитесь на канале Хижина Музыканта. Добро пожаловать! Продолжаем разбирать с вами очень классную песню группы Coldplay под названием The Adventure of a Lifetime. Первую часть вы можете найти внизу в описании под видео, ссылочка там есть. Или включить аннотации и нажать вот на кнопку, которую расположу здесь на экране этого видео. На чем мы остановились? Мы просмотрели интро, самое главное, посмотрели первый куплет, там есть бой новый, посмотрели припев, который состоит из различных боев. Вот, припев мы не до конца досмотрели, на чем мы остановились. Мы основной-то бой посмотрели. Да, потом есть еще такой момент, где в оригинале стучит типа сердце. Вот с этого момента мы сейчас и продолжим разбор. Ребята, остановились на припеве, основной бой которого мы уже рассмотрели. Ну а теперь проследите, что будет происходить дальше в этом припеве. Поехали. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel. Видели, да? По сути, бой основной остается, просто посередке изображаем биение сердца. То есть, опять-таки, прием palm mute, ребро правой руки ставим на нижний порожек, блокируем звучание, приглушенным его делаем, да, и играем по басовым струнам. То есть, вот аккорд DM нужно ударять по пятой и четвертой струне. Можно и зацепить еще четвертую, третью струну. Аккорд G, шестая, пятая струна. Плюс четвертая, АМ. Да? По сути, все так же. А какой же бой? Какие удары? Делаем два ровных удара. Раз, два, раз, два, три. А потом три чуть быстрее, да? Раз, два, раз, два, три. Мы часто проходили, это тоже относится к клубному бою. Раз, два, раз, два, три делаем. Раз, два, раз, два, три, G. Раз, два, раз, два, три. Аккорд АМ. Раз, два, раз, два, три. Но как у меня так коротко и четко получается, я расслабляю левую руку после того, как воспроизвел один удар. Вот, убрал, смотрите. Зажал, расслабил. Да? Вот. Ну, на АЭМе подольше, потом еще раз. Раз, два, раз, два, три. Попробуем соединить все это с первым боем. Feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel. Да, вот таким образом вставляем вот это биение сердца в третью строчку припева, то есть I feel my heart beating, да? Раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два. Ну и в конце, как обычно, чередуем удары на АМ один и на G. Только уже по открытым струнам можно. То есть раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два. В конце меняем немножко бой. Еще раз напомню. Раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два. То есть не раз, два, три в конце, а именно раз, два, раз, два. Вот и все. Потом продолжаем опять-таки первоначальным боем играть. Его мы уже прошли в первом уроке. Ссылочка в описании под видео, не будем задерживаться. Допеваем припев, и снова начинается куплет.
бой которого мы также прошли. Но давайте еще раз повторим целиком припев, чтобы уже все более-менее понятно стало целиком. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. Are you make me feel like I'm alive again? Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Дальше пошел второй куплет. Его мы пропускаем, потому что там ничего не меняется, кроме слов, ну, текста, то есть. Ну, чтобы вы также поняли, как играть, медленно один раз проиграю для вас. Давайте. You make me feel like I'm alive again. Alive again. Ну и так далее. Есть некие изменения просто в припеве, во втором. Третья строчка не просто поется как I feel my heart underneath my skin, а там еще добавляется в начале Oh, I can feel. Ну, чуть-чуть ритм меняется. То есть как? Смотрите. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel. Еще вместо слова «oh» мы добавляем «cause». То есть будет не «oh, you make me feel», а «cause you make me feel». Ну, это небольшие такие отличия, сами сможете в тексте посмотреть. А текст и аккорды к этой песне вы сможете найти также в описании под видео. Там будет ссылочка на мой сайт. После второго куплета и припева мы уже постепенно приближаемся к концу. Начинается некое затишье перед бурей. Те же самые аккорды. И мы поем тот же текст, что и был в первом куплете, то есть... Да, вспомнили. Теперь слова знаете. Просто я решил добавить вот такой вот перебор. Дергаю бас, третью струну, первую, вторую струну, потом опять третью и первую, вторую. То есть... И обратно третью. Ритм запоминайте. Пам-па-па-па-па-ба. Аккорд G, шестая. Внизу то же самое. Шестая. Третья, первая, вторая. Третья, первая, вторая. Третья. Аккорд АМ. Здесь тоже нужно разделить этот перебор на две половинки, чтобы сыграть на АМе один аккорд и на G. Еще один аккорд, то есть не аккорд, а щипок. Играем на аккорде АМ сначала целиком. Шестая, третья, первая, вторая. Третья, первая, вторая, третья. Еще раз. Потом. Вот за вторым разом уже не доигрываем. Играем шестую, третью, первую, вторую. А потом дергаем бас, первую, вторую вместе. И на G то же самое. Еще раз. Наглядно все видно, даже слов не нужно. Бас все время тянется. Все за первым разом сыграли, за вторым уже начинаем петь.
expression and then they sway. We are diamonds taking shape. За третьим разом, когда мы уже идем по этому кругу, АМ мы без вот этого перехода доигрываем и просто проводим вниз струны, то есть taking shape. Тут вот добавляется еще один аккорд, который еще не встречался. Аккорд ЕМ на седьмом ладу, нижняя посадка. Или вот здесь можете взять без баре. Да. То есть теперь еще раз соединим, как это все прозвучит. We are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. И все. То есть доигрываем на АМ. Taking shape. Ну, можете вот здесь начать стучать у нижнего порожка по нижним струнам, держа аккорд АМ. Taking shape. После того, как taking shape говорим, пару ударов делаем. Taking shape. И сразу на ЕМ переходим, то есть taking shape, we are diamonds, taking shape. На ЕМ довольно-таки много сидим. We are diamonds, taking shape. Простые удары вниз, тут нечего объяснять даже. Дальше идет проигрыш на тех же самых аккордах, то есть без слов. Дальше уже пошла кода, скажем, совсем другой текст и другая мелодия. Но аккорды остаются теми же. Аккорд ДМ, аккорд G и АМ. Или можете играть вот здесь уже аккорд ДМ, G и АМ. То есть бой такой же, как в припеве. В конце АМа начинаем. Начинаем мычать на аккорде АМ. И опять-таки его начинаем тоже на ударах АМ, G. And if we only got this life, then this adventure more than I. Бой такой же, как в припеве, то есть вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Часто встречали. И продолжим. And if we only got this life, wanna share with you, with you, with you, with you, with you, with you. В общем, вот такая вот часть. Тут довольно высоко нужно петь, но можете на октаву ниже спеть. То есть and if we only got this life, then this adventure more than I. На ваше усмотрение. Дальше вот начинается такая инструментальная часть, классная. Аккорды те же, не забываем. ДМ, G, АМ. Но здесь у нас еще идет соло на второй гитаре, на электрогитаре. Очень простая партия, как сыграть. На первой струне зажимаем 13 лад и дергаем 4 раза. Раз, два, три, 4, раз. Потом на 12 ладу первой струны один удар всего лишь. Еще раз.
Потом зажимаем вторую струну на 15-м ладу. У вас должна быть, если у вас акустика такая отметина быть. Тут дергаем также 4 раза. Потом зажимаем вторую струну на 13-м ладу. Один раз дергаем. Там обратно 15-м. Там скользим на 17-й лад. Потом дергаем третью струну на 14-м ладу. Два раза, то есть. Еще раз. Ногтями играю, но вы можете медиатором, если что. Итого соединим. И потом еще раз то же самое повторяется. Все просто. Ну все, ребята, все, что хотел показать, показал. К сожалению, ребята, мы уже до конца разобрали данную песню. Надеюсь, у вас получилось разучить эту замечательную песню целиком от и до, со всеми интрами, боями, ну и, конечно же, спеть. Если нет, то тренируйтесь потихоньку, со временем у вас все начнет получаться. Главное, медленно, не спеша, обдумывая и не ленять, конечно же. Ребята, заходите по ссылочке в описании в мою группу ВКонтакте, которая также называется «Хижина музыканта. Уроки игры на гитаре онлайн». Подписывайтесь в эту группу. Также добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Ну и следите здесь за новостями. А для этого что нужно сделать? Подписаться на этот музыкальный блог. Внизу есть кнопочка «Подписаться», кто еще не подписан, или можете нажать вот сюда. Спасибо, ребята. С вами был Раиль. Если набираем 500 лайков под этим видео, то сразу же запускаю следующий разбор песни, который будет очень-очень интересным для вас и очень полезным. Все, до скорых встреч, я вас люблю, пока!